Тем временем доллар продолжает дорожать. Вечерняя сессия на казахстанской фондовой бирже закрылась на уровне 399 тенге 73 тиена за американца. В торгах приняли участие 25 игроков, которые заключили 322 сделки на общую сумму 304 миллиона 600 тысяч долларов. Из наиболее ликвидных акций фаворитом роста выступила компания «КАЗ Минералс», бумаги которой выросли почти на 6% по сравнению с предыдущими торгами. Акции «КАЗ Трансойла» двигались в боковом тренде, в то время как ценные бумаги Народного банка закрылись незначительным снижением в 1,1%. Что же касается курса в обменных пунктах, то за один американский доллар просят 403 тенге.